Добрый день, дорогие друзья, с вами Геннадий Бабак. Сегодня поговорим о программах, которые я использую в онлайн-маркетинге, в том числе при работе с ClickBank, BGG Visu, Warrior Forum и так далее. Warrior Pro, Warrior Plus, их очень много. Программа эта позволяет мне создавать так называемые туннели продаж и называется она Online Sales Pro. Более детально о этой программе и о других программах, которые необходимы для заработка в интернете, я рассказываю в своем курсе по ClickBank, ClickBank от А до Я, также в курсе «Курс миллионера». Ссылки на эту информацию я дам в описании к этому видео. Ну что ж, приступим. Итак, как это все физически выглядит? Вот у меня, например, есть простой блог, да, и для того, чтобы я воспользовался, скажем, какими-то интересующими меня сейчас промо-акциями с того же ClickBank, предлагал какой-то товар, я обычно его изначально выбираю, потом устанавливаю просто сюда, например, плагин, называется вот он у меня, VP Traffic App, это платный плагин, я его приобретал. Но в чем его польза? Я здесь просто указываю ссылку, видите, в данном случае это ссылка на продукт с JVZoo. И после того, как я сохраняю здесь изменения, при заходе на блог, у меня будет появляться всплывающее окно, которое будет предлагать информацию, да, человеку о том продукте, который мне интересно прорекламировать. Причем я могу это всплывающее окно для каждого поста блога делать разным, да. Вот у меня, например, идет описание этого товара, и при попытке выхода из закрытия страницы выпадает, собственно, окно с рекламой этого товара. Это простой вариант, но что здесь нехорошо, неправильно, что здесь нужно изменить в таком варианте онлайн-маркетинга? Здесь, когда человек как бы покупает, да, я получу с него свою комиссию, все хорошо, но я не получаю имейл этого человека. А мне жизненно важно получать имейл каждого человека, которому интересен заработок онлайн, потому что я могу им потом со своего подписного листа из того же Авебера, например, отправить еще десяток предложений на этой же неделе. Да? Поэтому более правильный вариант – это сделать туннель продаж. И вот давайте мы сейчас посмотрим на примере одного из туннелей продаж, как это делается. Okay? Итак, Online Sales Pro – это софт, который позволяет нам делать туннели продаж. Он дает возможность видеть лиды, откуда кто пришел и так далее. Вот так, например, выглядит мой дашборд. То есть я вижу, что, например, вот 13 кликов было, да, 2 лида. То есть что такое 2 лида? 2 человека попали уже в мой автоответчик. Вот, соответственно, вижу я их вот здесь. И я вижу свою статистику, окей? Тестирую там, когда вот это мой email, вот это люди, которые подписывались и так далее. Давайте посмотрим, что мы можем сделать с конкретным туннелем продаж. Как это делается? Заходим сюда, и здесь есть готовые шаблоны, окей? То есть, что я обычно делаю? Если я вижу, что в шаблоне есть, в рекламном материале, вот это моя рекламная ссылка, да, есть видео. Have you ever noticed that the people raking in six to seven figures online? То я могу, в принципе, сразу же выбрать шаблон, в котором есть видео. Вот, например, как этот шаблон, или даже лучше вот это. Давайте мы так и сделаем. Я выбираю шаблон 4. Destination URL – это... Ну, давайте по очереди. Значит, итак, что у нас уже есть? Мы можем заменить это видео на видео, которое нам необходимо. Единственное, что... Сейчас, секундочку. They're almost exclusively the guru product owners. Правильно, здесь YouTube видео. Все подойдет. Вот наше видео с YouTube. Итак, например, здесь у нас будет Get Instant Access. Получите немедленный доступ. Сейчас что-то придумаем здесь. Ну и здесь, в принципе, заглавие, да, то есть надо что-то такое выбрать. Ну вот, например, я бы взял вот это как заглавие. А уже в подтексте расшифровал, что вот это вот. И попытаемся его немножко сократить.
Into viral income system, да. Ну, то есть нам надо, чтобы оно было не очень длинным. Вот, идеально. Все. Дальше. Получите немедленный доступ pop-up headline. Insert a pop-up headline. То есть будет всплывающее окно, вот, вот это вот, да. Например, получите доступ к новой технологии. Так вот. И снизу. Да. It works. Да, это работает. Окей. Все. Теперь нам осталось, собственно, сюда добавить Destination URL. Это наша партнерская с вами ссылка. Окей. То есть в данном случае она у меня... Сейчас я вспомню, где. Я ее скопирую отсюда. Ну, вот у меня эта партнерская ссылка. И теперь важно. Вот это, например, туннель у меня Vira Lightning. И вот сюда я сразу же добавляю, куда должны попасть эти люди. Да? То есть, соответственно, если они, мне они интересны в этом туннеле, Business Start Ideas, да, то я посмотрю его название. Точно. Подставлю это название сюда. Здесь он у меня уже связан, этот автоответчик. Если мне нужно отслеживать Facebook Pixel, там есть через рекламу на Facebook или еще что-то, любые треки, трекинг-коды, я вставляю их сюда. Итак, мы сохраняем этот туннель. Как видите, это заняло, наверное, меньше там минуты или полутора минут создания всего туннеля. И вот как он будет выглядеть, окей? Вот, то есть идет вот такое видео. Have you ever noticed that the people raking in six to seven figures online are almost exclusively the guru product owners and product launchers? It's true. They make all that money from affiliates like you, who send them all their traffic and sales for free. You make a few sales if you're lucky, while they rake it in from you and all the other affiliate clones. Мы имеем готовый уже туннель. Все, что мне остается сделать, это сохранить его. И протестировать, и отправить, собственно, вот, вот его ссылка. Давайте мы сейчас его протестируем. То есть, что будет происходить, когда этот туннель будет заполняться, да? Ну, человек будет видеть вот такое всплывающее окно. Пошла сразу же информация. Ну, к сожалению, здесь вот эти всплывающие штучки... Have you ever noticed that the people raking in six to seven figures online are all... Дальше нажимаю «Да, хочу посмотреть». Давайте протестируем. Тест. И сегодня что у нас? 24.05. Давайте вот сюда, например. Единственное, что я проверю, чтобы у меня здесь не было такого подписчика уже этого имейла. Потому что не сработает наш тест. Корректно, да? Это я тестировал уже, значит, я его удалю. И теперь у нас все спокойно, свободно. Можем продолжать тестирование. Набираем это дело, нажимаем. Итак, у нас произошел перевод на страницу продаж с нашим партнерским кодом. Да? Видите, мгновенный перевод, все в порядке здесь. Теперь нам остается проверить, зашел ли этот email сюда. Окей? Делаем проверку. И вот наш email. Более того, он уже, этот человек уже подписан, subscribed, да, то есть как бы не надо двойного подтверждения, здесь все уже настроено, у них очень хорошая интеграция с Aweber. Здесь в этом плане все великолепно настроено. Окей. Теперь смотрите, у меня этот лид также появится вот здесь. В лидах я буду видеть, что этот человек пришел с этого туннеля продаж. Вот он, видите? Вчера я тестировал 23, а это вот S2405, это сегодняшний. Дальше я могу этого человека посмотреть, кто, что, проставить ему статус,
да, какой он, что с ним делать, писал я ему, не писал, там, и так далее. Ну и, собственно, например, что я его уже там куда-то подписал, апдейт или удалить, да? Ну, вот я его сейчас удалю. Теперь, что мы делаем с этим туннелем дальше, да? То есть у нас есть готовый туннель продаж. Будет он находиться, опять же, вот здесь в My Pages, в моих туннелях продаж. Дальше я его просто копирую, эту ссылку, копировать, и вставляю вот сюда на свой блог. Если я хочу это сделать, грубо говоря, на протяжении, для всех статей блога, да, то есть для всех страниц блога, то есть это основное условие. Я могу это сделать для одного поста, например, да, или я могу сделать для всех. Ну, допустим, на этой неделе я хочу, чтобы всю неделю посетители блога видели именно как основное всплывающее окно, вот это всплывающее окно. И давайте проверим, как это у нас будет выглядеть, собственно, на блоге. Возьмем блог. Возьмем какую-то статью. И посмотрим, что у нас будет проявляться как всплывающее окно. Здесь в этой статье стоит явно свое всплывающее окно, причем оно не работает. Давайте-ка я посмотрю. То есть этот плагин позволяет мне также указывать специальные страницы для каждого поста, если я хочу это сделать. Okay. То есть, если я опущу здесь ниже, здесь стоит свой вариант. Okay. Мы сейчас его тут поменяем, кстати. Вот внизу здесь у нас, ага, его тут не было. Что-то у нас не сработало. Ну, заодно давайте сделаем доброе дело и возьмем туннель, который нам интересен. Например, для этой страницы, да? Это вот туннель по рекламе Online Sales Pro. Вот я могу его сразу расшарить. Сейчас немножко компьютер не справляется. Так вот он выглядит. Так. Так будет красиво это все на Фейсбуке. Но мне, собственно, нужна ссылка. И поставим ее сюда. Доделаю тут по ходу дела.
Так, у нас есть статья. И вот всплывающее окно, такое его надо разрешить. Да, здесь все в порядке. Так, теперь смотрим, почему не сработал здесь туннель. Ну-ка, давайте-ка его проверим. Нет, здесь все в порядке. Здесь все в порядке. Так. Тоже вроде все нормально. Давайте попробуем еще раз. Возьмем какую-нибудь другую страницу. То есть, что интересно, что мы эти туннели можем делать разными для разных страниц. И с помощью вот этого плагина я могу указывать, какое всплывающее окно. Здесь стоит, опять же, всплывающее окно моего блога, вернее, моего основного сайта. Оно не будет здесь показывать. Так, надо найти что-то такое, где нет всплывающего окна принудительного. Здесь тоже, наверное, стоит принудительное. Ну, вот так это будет выглядеть. То есть, грубо говоря, у меня просто по основным моим продуктам, по всем основным, у меня стоит всплывающее окно конкретное, на конкретный товар, грубо говоря, да, туннель продаж. Сейчас проверим, может быть, на основной странице мы его увидим. Ну-ка. Нет, здесь тоже стоит. Так. Да, периодически, конечно, приходится проверять, потому что иногда от каких-то программ отказываешься, а старые висят переходы. Но логика ясна, да, то есть я делаю туннель продаж, цепляю его в нужное место, и у меня всплывающее окно работает сразу же с переходом и привлечением человека в мой подписной лист. И также с переходом сразу же на товар, который рекламируется. Okay. Да, здесь, конечно, никак она, эта страница, не уходит. Давайте посмотрим. Какую-то страницу. Тоже здесь стоит свой туннель продаж, страница захвата. Ну, в общем, вот так это все работает во всех этих, на всех этих страницах. Что мы еще можем сделать? Мы можем сделать переход автоматически для нашего Facebook, то есть для рекламы на Facebook. Например, если я хочу сегодня прорекламировать эту страницу, эту программу, я захожу к себе сюда, выбираю туннель продаж, который я буду рекламировать. Вот здесь в моих страницах все эти туннели уже есть. То есть, в чем преимущество этого дела? Вы настраиваете это все один раз, и потом просто-напросто вся эта тема активно работает. Окей?
То есть, что я могу сделать? Я могу зайти вот сюда, добавить сразу же ссылку. Сразу же появляется, да, Complete Viral Income System, то-то-то-то. И я могу отсюда добавить информацию. Вот такую. И делаем вот так. Сразу скажу, что это не совсем правильный вариант, потому что, в принципе, Facebook не любит, когда у него забирают людей из Facebook, то есть эти все ссылки обычно скрываются. Но просто для того, чтобы вы видели, как это работает, да, я просто покажу, что да, там можно поработать с картинкой, можно, ну, то есть, по идее, мои друзья должны вот это все увидеть. И здесь просто при нажатии на картинку сразу же идет перевод на туннель. Здесь мы опять же увидим презентационную информацию. Человек, мы проверили, что все должно работать. Опять же, если мне что-то не нравится, да, в туннеле, я всегда могу сюда вернуться. Я могу здесь сделать такие вещи, как, ну, во-первых, сделать, да, впустите меня. И мне не понравились, например, там вот эти горы там какие-то, да, соответственно, я могу найти на Pixabay картинку, любую интересующую меня картинку. Ну, например, я не знаю, что это может быть. Да что угодно для примера. Ну, если это у нас бизнес, да, то пусть это будет офис, например. Или успех можно набрать, да, success. Давайте посмотрим, что он нам по офису найдет. Ну, неплохо. Например, вот это мне нравится, да. Давайте посмотрим. Я нажимаю просто копировать URL картинки, возвращаюсь сюда же, upload image, загружаю картинку, вставляю сюда этот URL, вставляю сюда вот так, и автоматически эта тема будет применена полностью ко всему нашему туннелю продаж. Окей. Так, завершилось. Здесь у нас все настроено. Save and Preview. И давайте посмотрим, какой у нас вид сейчас будет. Вот так даже поинтереснее, да, такой жесткий вариант, принудительный. Все на этом. Еще раз напоминаю, что это материалы курса «Курс миллионера» или «Как зарабатывать онлайн», или «Как зарабатывать на Кликбанке». Таких видеороликов там достаточно много, и количество их прибавляется. То есть, если вам интересен заработок онлайн, пожалуйста, ссылки внизу. Выходите на связь по скайпу и будем продвигаться, как говорится. Всего хорошего, до следующих встреч.